Всем привет, ребят! Сегодня вот опять хотел бы сделать небольшой обзорчик на пылесос Томас. Кому интересно, посмотрите первые видосы, самые первые на канале в 2013 году. Появились именно об этом пылесосе. Тогда у него попала жидкость, пена. В общем-то, пылесос благополучно после чистки сушки отработал 6 лет. Сейчас опять его разобрал для профилактики. В нем все целое, все рабочее. Просто открыл посмотреть, какое состояние. Я еще ничего не протирал. Вот видно двигатель. Чуть-чуть черный. Пыль черная, это от износа щеток. Пылюга. Видно на кожухе крыльчатки следы влаги. Но это нормально, тут ничего такого нету, потому что аквафильтр стоит. И влага частично хоть как-то, но попадает. Но это не страшно, потому что воздух, проходящий через крыльчатку, не идет через двигатель, он не охлаждает его, этот поток. То есть тут он зашел в крыльчатку, сбоку он вышел, выдувается отдельно. А охлаждение мотора — это верхняя крыльчатка. Вот такие моторы такого типа с двумя крыльчатками. Они применяются на пылесосах моющих и с аквафильтрами. Тут шайба вместо гайки. К сожалению, пока не попадаются у меня мертвые моторы, чтобы показать, как эту шайбу снимать. Тут просто засверливается два отверстия, режется резьба и, в принципе, небольшой съемничек делается с пластинки. Но обязательно как-нибудь покажу. Мотор заклеен. Коллектор находится вот тут вот, пружинки щеток. Коллектор находится снизу. Немножко нетипично для моторов пылесоса расположение. Якорь перевернутый. Обмотки кверху, коллектор к низу. Ну, сам кожух. В принципе, чуть-чуть есть пыль. Но после 6 лет, я думаю, это не особо критично, не особо много. Потому что если взять те же Самсунги со стаканчиками, там полный трэш творится уже через полгода. Ну, такой вот обзорчик. Сейчас пойду собирать все на место. Потом сделаем общий еще обзор, чуть погодя. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте жать кнопку колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. Также задавайте вопросы в комментариях, что вас интересует, что вам бы еще хотелось увидеть по этому пылесосу. Ну и, конечно же, очень скоро увидимся. Всем пока!